В Центральном городском парке продолжается очередной этап реновации. В настоящее время здесь идет обустройство пешеходных дорожек, вдоль которых устанавливаются бордюры. Проводится демонтаж старого ограждения парка и подготовка к началу полномасштабного строительства. Подрядная организация выполняет работы в полном соответствии с утвержденным графиком. В этом убедился глава Заречного Олег Климанов во время выездного совещания. У нас там срок октябрь месяц, но мы постараемся все это сделать до сентября, чтобы у нас на День города уже парк в основной его части уже был готов к тому, чтобы там провести мероприятия, связанные с юбилеем города. На благоустройство Центрального городского парка в 2023 году планируется потратить 95 миллионов рублей. Средства на этот этап реновации были получены в результате победы Заречного во всероссийском конкурсе развития малых городов и исторических поселений. Главная цель комплексного объезда городских территорий, который провел Олег Климанов, объекты, где проводится ремонт в рамках национальных проектов, реализуемых по инициативе президента России. Во время выездного совещания глава Заречного оценил темпы и качество выполнения работ в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Сегодня с подрядчиком переговорили. Подрядчик до конца этого месяца, то есть до конца мая месяца, обещает все работы, которые связаны с дорогами, закончить. У нас по этому проекту останется два светофорных объекта на двух перекрестках и освещение на улице Индустриальной. Там пока работы не начинались, но они тоже будут в установленные сроки выполнены. В 220-й школе Олег Климанов оценил выполнение подрядчиком работы над ошибками. Во время прошлого выездного совещания выяснилось, что строители отстают от графика. Посмотрели, как подрядчик выполняет те указания, которые даны были на прошлой планерке, то есть ликвидировать то недельное отставание, оно ликвидировано, обсудили дополнительные объемы работ. А к следующей неделе у нас будет понятна сумма, которая необходима на выполнение всех дополнительных работ, которые не вошли в проект, и мы тогда определимся с источником финансирования. Ну и пока мы сроки, ну не пока, мы их вообще менять не будем, до 1 декабря. Мы школу будем заканчивать. Еще один объект, который посетил Олег Климанов во время выездного совещания – сквер «Юбилейный». Здесь проводится расчистка территории от зарослей кустарника. В ближайшее время планируется начать асфальтирование дорожек. Глава города отметил, что замечаний к подрядной организации по срокам и качеству выполнения работ в данный момент нет. Наталья Елистратова, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный».